И это Эрик Мухаметшин из Петербурга и Ирлан Жусупов из Киргизии. Аплодисменты! Мастер Марио сейчас задаст нам биточек, биточек, а я кину планку, пожалуй. Окей. Банку, банку, банка кидаю. Ребята, вы выходите первыми. Парни, одну секунду, внимание, пожалуйста. Возьму на себя ответственность, но я лично представляю батлы командные, 2 на 2. То, что не один за другим выходит, сначала 2 человека и потом 2 человека. Должен выходить человек с одной команды и ответ из другой команды. Так будет зрелищно. А то, что было сейчас, это было по-колхозному, к сожалению. Окей. То есть человек с одной команды выходит и с другой отвечает. Ирлан. Эрик. За вами выход первый. Мастер Марио, а за тобой крутой музон. Поехали. Сима Касаев, поддержим его. И Леха Лаптева заодно. Ответ. Показывает, что у него в загашнике очень... Вау! Офигеть! Офигеть! Где вы это отрепетировать уже успели? Вау! Лёха, хватит! Ответ! Лёха, хватит! Скилла! Продолжается связка. Он передал эстафету Тиме Касаевой. Мать! Да! Мать честная! Это Эрик Мухаметшин! Сделал двушечку назад! Без разминочки! Воу! Ирлан Жусупов! Батл, батл! Набирает обороты! А ребята даже не разжались еще. Тима Касаев. Скилла. Хоп! Отлично. Эрик Мухаметшин. Куда? Куда ты так топишь-то? Безумство. Продолжаем. Это очень жарко, очень жарко. Вау, Ирлан Жусупов. Вау, сколько там? Эрик. Дальше. Дальше. Это последний выход, кстати. Вырубаем узор. Они уходили первыми, вот в чем дело. Ладно, ладно. Так как ребята очень горячие, еще по последнему выходу. По последнему выходу с каждой стороны. Музон, мастер Марио. Внимание! Синхроночка. Давай, давай, давай. Ирлан Жусупов, аплодисменты! Ответ. Скиллас. Это было дольше, это было дольше по-любому. И вот так. Воу!
Ну теперь все точно, 100%. Бля, ну определяй. Ребята! Дали жару! Аплодисменты для них! Да. Окей. Сейчас будем узнавать победителя. Команду победителя. На счет три. Раз, два, три. Скилла!